Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я только что вернулась с канала якобы добрых дел, хотя дела там совсем не добрые. И, наконец-то, нам показали бабу Галю. И интересный, слушайте, момент. У нас Игорь тоже как бы раздвоился. Тут он показывает свои апартаменты и шикарный вид. И тут же он у бабы Гали. Ну, понятно, что Игорь уже умотал и уже отдыхает, наслаждается солнышком. А баба Галя там сейчас, в данный момент, не пойми как. Но нам показали сегодня старый ролик. И это уже понятно давно. Ну, нам показали с вами старый видеоролик. Как, впрочем, и всегда у них ролики не первой свежести. Так и сегодня. Вначале Игорь в своей речи рассказал о том, что и внуки пытались достучаться до бабы Гали, и соседи, и мальчики. Но она напрочь отказывается от лечения. И, в общем-то, ее невозможно уговорить. И что якобы Игорь вот купил тетрадку, прям целую тетрадку, съездил к терапевту туда и повклеивали все. И даже вклеила терапевт туда бумагу, что она посетила бабу Галю. И вот он еще должен поехать к онкологу. И все, он что-то едет к онкологу и никак не доедет. И, вероятно, не доехал, потому что он уже уехал, улетел, упорхал. В общем, и двинулись мальчики к бабе Гале в бытовку. И первые кадры из бытовки, конечно, меня шокировали. Я была, если честно, в полном шоке, потому что баба Галя сидела и вокруг одни фекалии. Просто грязище такое, что еще ни разу не было такой грязи. И вот я не знаю, зачем показывать вот такое, ну это уже совсем, да, издевательство какое-то. Помимо грязи на полу, у нее грязное все постельное, под ногами непонятно там что, уже тоже все замузганное. Уже куда-то аж сдвинулись под кровать вот эти вот трусики, которые она ложила под ноги. И я, когда Игорь говорил, все время думала, вот какой-то голос у него не тот. Скорее всего, он в маске. И точно, Игорь одел маску. Ну, понятно, дышать там явно просто невозможно. И он даже не мог подойти к столу, чтобы там, да, оставить какой-то пакет и вообще приблизиться к бабе Гале, потому что на полу там было просто все размазано, все фекалии были размазаны. Когда Игорь спросил баба Галя, это что у тебя, ты не можешь ходить в туалет? То есть, ну, явно он намекал на то, что она не чувствует, что ли, она ничего, могу, хожу, якобы показывает, что она ходит там на ведро, а это говорит, что такое на полу. Она, это, ну, типа собачки. Какие собачки? Собачка давно у Сергея. Какая собачка? Котик? Да ну, прям котик столько наложит и столько размажет. Собачка-мама, она ее не закрывает у себя, наоборот, она ее выпускает. Понятно уже давно, что баба Галя ходит под себя как по маленькому, так и по большому. Хотя я еще, знаете, так вот задумывалась, немного сомневалась. Думала, что, ну, может, у нее просто мочевое недержание, но оказывается, уже все сложно. И, как по мне, она какая желтая была, такая желтая и осталась. Единственное, что мне показалось, да, когда я рассматривала ее ноги были опухшие. И когда Игорь говорил, что типа что, ну, Ленка не убирается, она говорит, что Ленка с похмелья. Вот и хваленая Ленка, которая якобы должна убираться и кормить бабу Галю, не покормила ее, не убралась. Хотя, знаете, будь на месте Ленки я не смогла бы это убирать. Понятное дело, да, убрать один раз и периодически, да, просто поддерживать чистоту, но тут же все это ежедневно нужно убирать.
И мальчики еще помогают усугубить ситуацию. Возят побегали арбузик, дыньку, яблочки. Сегодня огурчики. Мальчики, вы чем думаете? Скажите, что вы усугубляете? Хотя им по барабану, они же не убирают. Игорь на показуху один раз там выгреб. Все похлопали, похвалили и все. А сейчас баба Галя будет так и сидеть во всем этом говне. Также она пожаловалась, что она голодная, ничего не ела. И я удивилась вообще. Мальчики приехали с этой карточкой, потрясти карточкой и огурцами. И ничего не прихватили с собой перекусить ей. Хотя бы просто какой-то суп. Почему-то увидели, что она ничего не ела. И решили, ну ладно, давай, баб Галя, мы там возьмем тебе телефон, зарядим. И уже съездим, купим тебе что-нибудь поесть. Хорошо, хоть до этого додумались, что ей надо что-то поесть в конце концов. И Ленка это, было видно, что она ненадежная изначально. Ну и дальше баба Галя затеяла разговор снова про деревянный домик с банькой. На что Игорь ей ответил: баб Галь, ну у тебя же есть у соседей, у них там, у вторых что ли, банька. А баба Галя: у кого банька? Ну вот напротив у соседей, ты же там мылась. Ну и баба Галя, как всегда в своем репертуаре, ответила, что тот пузатый один раз что ли ее пустил и не пускает. Короче, ну вот так вот, тот пузатый посмотрит видео и больше никогда не пустит и воды даже не подаст. Вот так и получается. Дальше разговор завели за то, что еще бабе Гале нужно. Игорь спросил, что баба Галя тебе надо, что привезти. Баба Галя там уже закомандовала домашние яйца. И, в общем, что она ими будет лечиться, именно домашними. И Димка якобы обещал привезти, потому что Димина мама разводит курочек. Также бабе Гале нужна была марганцовка. Когда она сказала марганцовка, я подумала, снова что ли стены мазать. Но нет, баба Галя решила там себя мазать, потому что ей чешется. И эти места, где ей чешется, она хочет мазать разведенной марганцовкой. Опять она спросила, или Игорь привез Корсил. На что Игорь сказал, что нет, Корсил он не привез, потому что это все надо уточнять у врача. Когда он все уже уточнит, уже который день, даже неделю, даже больше, нет никаких назначений бабе Гале. Все он едет и едет к онкологу, и все никак не доедет. И так долго ехал к онкологу, что попал не к онкологу, а на Кипр. Ну, знаете, вот все больше и больше каких-то вопросов к ним появляется. Хотя, что вопросы? Какие вопросы? Неужели мальчики думали, что баба Галя будет всегда такой и будет всегда им на видео выдавать трэш, лишнее болтать, они будут с этого посмеиваться, зрители тоже все будут смеяться. Но человек имеет свойство стареть, болеть, быть немощным, но они были к этому не готовы. Поэтому быстренько Игорь умыл руки и уехал. Ну, Андрюша тоже уехал на свои поля теребить колоски и снимать видео, как он их теребит. Бедные колоски! В конце видео Игорь предложил бабе Гале с ней вместе помолиться. Ну, только когда Дима выйдет из бытовки без камеры. И баба Галя, ну, якобы согласилась, но сказала, что она с кровати вставать на колени не будет. Ну, а куда там вставать, там все в говне. Ну, и после молитвы Игорь сказал, что вот, я надеюсь, что после того, как мы с бабой Галей помолились, к ней все-таки придет разум, и вот она все-таки передумает и, возможно, серьезно отнесется к тому, что ей нужно лечь в больницу. Мне кажется, что сериал с бабой Галей подходит к завершению, ну, лишь потому, что кто будет с бабой Галей сейчас возиться? Я думаю, что никто. По поводу Лены мы уже поняли все, и я думаю, это из-за того, что Лена, возможно, не получала никаких денег. Зачем ей просто так возиться с какой-то бабкой? Еще и убирать тонны говна. Ну и плюс
плюс, да, Лена любитель алкогольных напитков, и не всегда она в состоянии ухаживать за немощным человеком. Мальчики умотали, и что там будет с бабой Галей, остается под вопросом. Конечно, серии они наклепали, возможно, на неделю вперед, возможно, и больше, но это все серии не свежие. А дальше неизвестность. И я думаю, что сериал с бабой Галей действительно подходит к завершению. В общем, мои хорошие, у меня все. Жду ваших комментариев относительно этого видеоролика. Жду вашего мнения. Не забывайте ставить лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем прекраснейшего настроения, всем добра, позитива, улыбок. И главное, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Берегите себя и своих близких. Обнимаю виртуально каждого. Всем пока!